В международном аэропорту Стрегино начали действовать электронные посадочные талоны. Чтобы воспользоваться новым сервисом, пассажиру необходимо пройти онлайн-регистрацию на рейс и получить электронный посадочный талон на свое мобильное устройство. При прохождении контроля экран устройства с открытым штрих-кодом, который имеется на талоне, прикладывается к сканеру, а также предъявляется агенту на посадке. Талон со штрих-кодом содержит полную информацию о пассажире. С появлением электронных посадочных талонов сохраняется возможность использования посадочного талона, оформленного на бумажном носителе. Для того, чтобы получить распечатанный талон, необходимо обратиться на стойку регистрации или воспользоваться киоском самостоятельной регистрации в аэропорту.